Последние дни августа, когда еще можно беззаботно погулять. Скоро учебный год. Для первоклассников начало нового этапа в жизни. Психологи считают, от того, как ребенок воспримет первый класс, зависит вся его дальнейшая учеба. Поэтому важно правильно подготовить его к началу учебного года. Дочке Марины и Иринке 5,5 лет. До школы еще далеко, но готовятся они уже второй год. Мы ходим в сад с логопедическими занятиями, вот, где им ставят речь, где им учат читать, вот, писать, считать. И закладывают, конечно, такую небольшую базу, которая им будет облегчать жизнь в первом классе. Психологи считают, очень важно, чтобы ребенок был психологически готов к школе, мог концентрировать внимание и высидеть весь урок. Для этого нужна подготовка, поэтому нельзя спешить отдавать детей в школу. А нужно понимать, что если вы отдадите ребенка не готовым к школе, он все 11 лет будет чувствовать себя неуверенным, он будет слабее других детей в психологическом плане, он будет всегда на вторых ролях. Частые проблемы в первом классе – плохие оценки и плохое поведение. Но за шалостями и агрессивностью часто стоит все та же психологическая незрелость. Специалисты предлагают простые решения – небольшой отдых или другую парту поближе к доске. Также предупреждают – нельзя гнаться за пятерками, нужно разумно оценивать возможности ребенка. Были отличники, которые, в общем-то, в жизни особо ничего не достигли. И были и шалопаи, и троечники, которые сделали очень хорошую карьеру, и среди известных людей немало школьных двоечников. Все возникающие вопросы психологи предлагают решать с учителем, не ждать, когда они превратятся в большие проблемы. Эффективность этого некоторые мамы уже оценили. Мне помогло то, что я сама была готова участвовать в жизни школы. Я интересовалась и родителями, и учителями, и тем, что дети делают в школе. Психологи говорят, нельзя ребенка пугать школой. Наоборот, нужно настраивать оптимистично и всегда поддерживать. NTD, Москва.